Доброе утро. Доброе утро. Первый день в школу без гипса. Только это тебе нужно на физкультуре сказать, что тебе нельзя. 5 недель. Она уже знает. Знает уже? Хорошо. А где Ксюша? Ксюша? А, она в том туалете. Потеряла ее. Собираю ланчбоксы. Макс сегодня не идет в садик, он простыл. Поэтому только 3 ланчбокса. Фисташки, печенюшки, палочки. Солененькие. Закончились. Я тебе дам такие печеньки? Угу. Есть мандаринка, Каролина? Ага. Вчера купила 1 килограмм, по-моему, мандаринок. Вот. И все, вот последняя осталась. Кто-то уже пытался ее открыть. Так. Сюда. Ага. Бутылочку поломала свою. Уронила бутылку. Такие бутылки какие-то одноразовые. Макс тоже уронил бутылочку свою, она треснула. Теперь Каролина. И я хочу купить еще вот такую вот. Я купила только 2, нужно было 3 покупать. Теперь Каролине тоже надо. Давай, я тебе потом напишу, если хорошо. Ты за мной прийти или нет. Хорошо, напишешь. Готова? Ну все, бери рюкзак. Я тебе положила ланчбокс. Всем пока! Монетки бери. Дей. Каролина вчера ездила бесплатно на автобусе, потому что там не работала машинка специальная, которая билетики выдает. И она ездила бесплатно. Сегодня не знаю, как будет. Если будет работать, не работает. Если не работает, просто пройдешь. Дей. И все, хорошо? Ну, давай, тогда мы. И пошли. Ксюша у нас, оказывается, еще есть. Я почему-то подумала, что она уже ушла. Она так тихонечко сидела. Я думала, ты уже... Завтрак готов, ждем папу. Сделали ему вот такой вот вкусный, полезный завтрак. Варенье здесь, малинка и абрикос. Смотрите, как классно смотрится в этих. Конечно, маленькие. Мне приходится постоянно докладывать из большой банки. Вот. И сахарницу, которую я покупала. Тоже она очень красиво смотрится. Вот так. Ждем папу. Пить чай. Очень так получилось как-то по-летнему. Хотя уже осень, такой летний завтрак. Солнышко светит просто чудесно. Настроение отличное. А все, папа идет. Папа спит еще. Он и так ничего не видит. Какой позор. Блядь. Что случилось? У меня день рождения. Нет, просто хороший день. Потому что вышло солнышко, поэтому такая вкусняшка появилась. Все, садитесь, пожалуйста. Папа в шоке. Я говорю, должен в Инстаграм заснять. Все, садимся кушать. Маргарита сторис выкладывала. Что? Она сегодня, ее сегодня кормили в школе. Видишь, сосиска и хлебушек. Как? Ну, в школе, не знаю, почему-то сегодня кормят. Такая вот сосиска и хлебушек. Лека-лека. Вкусно. Так что сегодня она не придет, она только в 5. Я в 5 часов за ней поеду. И Каролина сегодня тоже не пришла. Она поехала, она пошла к своему другу, к однокласснику. Потом они пойдут в школу. И потом она после школы опять к нему, и я ее потом заберу вместе с Маргаритой в 5. А папа, кажется, в 6. Нет, в 5 заберу, чтобы мне туда-сюда не ездить. Девять. На работу?
Все. Папи! Поехал. Папи! О, это вы тут пикник устроили, что ли? Мам, там кто-то летит. Кто-то летит? Ой, здесь много кто летит, Макс. Ты же на улице находишься. Ну что, а теперь я пойду монтировать влог вчерашний. На улицу пойду монтировать. Там так хорошо. Не забудь про школу. Не знаю. Посижу здесь вот сейчас на диванчике буду монтировать. Кстати, ребят, наша посылка наконец-то дошла до Испании. Шла она, по-моему, почти месяц, представьте себе. И еще с приключениями. Посылку вскрыли, часть оттуда достали. Оказывается, нельзя отправлять то, что мы отправили. Вот, часть оставили. Поэтому вот я ссылочку оставлю в описании. Переходите, смотрите. Видео получилось очень смешное, прикольное. И посмотрите на реакцию. Понравились им подарки или нет. Влог загрузила. Ты поедешь за мной, за Маргаритой? Да, за мной, за Маргаритой. Со мной, за Маргаритой поедешь? Еще 2 часа наложить. Да, еще 5 часов только. 5 часов поедем и за Каролиной тоже. Каждый вечер мы готовим что-нибудь вкусненькое. Сейчас я хочу испечь капкейки. И рецепт обязательно тоже оставлю. Я в конце записываю еще отдельно свои рецепты. Самые-самые такие лучшие, проверенные. Вот он рецепт. Но я буду делать все в 2 раза больше на нашу большую семью. Так, ну что, начинаем? Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts. Надо добавить масло и молоко. Немножко его сейчас согреем. У нас уже это готово. Где моя формочка? Ой. Я вот такие силиконовые формочки буду. Что у меня их больше, по-моему, было. Почему так мало? Куда они делись? У меня больше было? В общем, я достала еще вот такие формочки. Они рождественские, конечно, но все равно. Пусть будут. Ну, что ты делаешь? Испачкалась? Свинка Пеппа. Она заказывала именно черные, и чтобы они были не рваные. Это у нас пул-инде. Мом. Посмотрим. Это 30. Я заказала 32-й. Вот. Я заказала 32-й и 34-й. Но, по-моему, 32-й будет маленький. Ну, на всякий случай, чтобы не ошибиться. Это чтобы она в школу ходила не только в рваных джинсах. В принципе, замечаний не делают, да? Не делают замечания? Пока что не делают. Пока не делали? Но все равно решили взять. У меня взять. Не такие уши большие. Ну да, у тебя не сильно. О, как раз? Ну, что? Черненькие джинсики. Что, думаешь, будут маленькие 32-й? Может, 32-й все-таки померишь? Тут немножко большие. Ну вот, видишь. Померяй 32-й. Ну-ка, повернись. У тебя тут так темно, открой. О, что-то 34-й прям большеватый, мне кажется, да? В поясе покажи. Померяй 32-й. Ты читаешь книжку вот эту? Нет. А чё? Нет, 32-й лучше. А ты говоришь, что на голову упал, потом гель на шитром.
34-й, он слишком тут и прям топорщится. Эти еще растянутся при носке. Надеюсь. Ну-ка, повернись. Тоже параллельный класс. Угу. Внутри. Ну и что? Нормально. 32-й? Нехорошая была идея выпекать кексики вот в этих формах. Оно все прилипло, еле как отдрало. В общем, где-то целые кусочки. Не знаю, что это такое, но, в общем, лучше делать нормальные формочки. Вот. Теперь я в нормальных делаю. Мягкие очень. Мягкие, воздушные. Вкусные? Еще осталось чуть-чуть. Пойдем гулять. Нет, если ты будешь спокойно идти, Бонни, рядом. Рядом. А мне водичку брать? Нет. Пойдемте. Пойдемте. Тормозим, тормозим. Вы не врежьтесь в друг друга. Нет. Так близко не нужно ездить. Мам, смотри, смотри, Каролина. Яблоки уже спеют. Яблоки нельзя чужое трогать. Яблони спеют. Смотри, Каролина Феррари, а я Ларборгини. Ларборгини? Ларборгини. Нет, Каролина Ларборгини, а я Макларен. Угу. Каро, я дай Макларен. Тут мина. Сейчас кто-нибудь споткнется. Он быстро упал. А что, она мокрая? Она это. Она в лужу заходила. Тут такие лилии красивые цветут. Белые и красные. И вон там еще оранжевые, желтые. Красивая очень теплица. Тут уже ничего не растет. А тут что-то подготавливают, не знаю. Все, идем домой. Собирали полевых цветочек. Сейчас пойду и поставлю. Придем и вазочку поставим. Да? Хочешь понюхать? В общем, цветочки не пахнут. Вообще никак. Ну, красиво. Мама, знаешь, ад. Обрисовать. Я скелет. Так красиво, что ли? Сотрется. Да, оно стирается, я тут тоже. Макс, пойдем. И как мне открыть это? Иголочкой. Берешь иголочку сверху. Втыкаешь. Ты хочешь примерить? Ага. Тут надо так вот открывать. Не сразу нужно кого-нибудь бить, да? Да, смотри, есть рюмошек. Прибить. Плюс, да, для Ксюши, что можно треснуть кого-нибудь этим гипсом. Ну и что, как тебе ощущение? Тяжеленький? Нет. Давай, снимай. Так. Ну так. Все. Макс, почти 10 часов. Все, спокойной ночи, всем пока. Все, пока, до завтра. Увидимся в следующем влоге. Пока-пока.